Всем привет, с вами Инфернус, это мое новое видео. И сегодня будет необычный видос. Сегодня я поеду на заброшку. Вы меня очень сильно просили, чтобы я съездил на какую-нибудь заброшку. И я поеду на самую Баянную, чтобы поделать там экстремальные трюки. Короче, сегодня мы отправляемся в ХЗБ. Там как бы сама такая обстановка нагнетающая. Но при этом я еще попробую потрюкачить что-нибудь на крыше, чтобы вам понравилось. Перед тем, как начнется основное видео, я вас хочу попросить подписаться на моего друга. Он, короче, снимает призыв призраков. Короче, очень много интересных видосов. И реально, на Ютубе я еще не видел такого контента. Так что, думаю, он вам очень понравится. Ссылка на его канал будет в описании. Обязательно заходим и подписываемся. Мы с моим другом с канала «За гранью» приехали в ХЗБ. Здорово, ребята. Всем привет. Кто его узнал, пишите в комменты. Я вам, короче, обещал под последним видосом, что, типа, если там будет 1000 лайков, то я снова приеду в ХЗБ. Поскольку ее еще не снесли, я там тут ни разу не был. Да, у меня такой большой канал, и я там ни разу не был, поэтому это надо дело срочно исправлять. И в этом мне поможет Инферниус. Сейчас мы, короче, ждем и полезем через вот этот залаз. Нам главное добраться до самого здания, а дальше уже все само пойдет. Надеюсь, в этот раз я вам покажу что-нибудь новенькое, того, чего еще не было. Из этих стен. Так что, ребят, сейчас мы наберемся храбрости и полезем. Мы, короче, уже с Рэем поднялись. Как-то нам, короче, не по себе немного. Мы сейчас стоим на такой вот штуке, и начался, короче, дождь. Это очень не в тему сейчас. Сейчас мы хотим подняться уже на крышу. Думаю, похожу по крыше, немножко вам поснимаю вид оттуда. А потом мы будем отправляться в подвалы и попробуем найти что-нибудь там интересное. Все, направляемся мы уже на крышу. Так что встретимся наверху. Мы уже поднялись на крышу, и каким-то чудом прошел дождь. Моментально просто. Вот там, кстати, где-то находится больница, в которой я, типа, лежал каждый год. И всегда смотрел в окно, и там было видно ХЗБ. И я всегда очень хотел сюда попасть. И, ребят, погода реально крутая. Я на крышу поднялся только для того, чтобы отснять вам какой-нибудь экстрим. Так что, думаю, сейчас будет люто. Сейчас мы немножко передохнем. И думаю, что-нибудь я попрыгаю тут, потрюкачу. Так что обязательно ставьте свой лайк, пишите коммент. Просто посмотрите на вот эту красоту, которая отсюда открывается. Мне на самом деле тут очень нравится летом, потому что зимой тут все в снегу и не так круто. Весной так вообще четко. Че, дядя? Сейчас будут экстремальные трюки. Туда! Наверх. Ты готов к экстриму? Да. Погнали. Ребят, мы уже подошли к КПП. Хотим тупо в наглую попробовать шмыгнуть через забор. Вон позади нас Жуковинская заброшенная больница. Ребят, давайте так. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Мы сейчас будем уже отсюда текать. Обязательно ставьте лайки на видео, пишите свои комментарии и делитесь с вашими друзьями. С вами был Инферниус. А мы тыкаем. Погнали.
отбитый чувак. Чувак может вообще, ребят, смотрите. Знаешь? Че? Там видел, какая пропасть, я чуть не упал. Я не знаю, меня что-то понесло. Все, давай завязывай. Погнали в подвальчик. Ребят, мы уже спустились с самой крыши, сейчас мы направляемся в подвал. И думаю, это начнется самое интересное. Смотрите, какие тут провалы. Не дай бог туда провалиться. Очень легко провалиться. Но делать мы этого, конечно же, не будем. Надеюсь, нам по дороге не встретится чего-то. Потому что этого очень не хочется. Вот и настал тот самый момент, когда мы уже спускаемся в подвал. Рэй уже куда-то ушел немножко дальше. Надеюсь, я его найду. Ты где? Ну, давай вот так фигачить. Что, куда отправляемся сначала? Как видите, короче, тут очень много развилок. Вот, кстати... Такое чувство, как будто здесь стояли зеркала. Знаешь, такое бесконечное зеркало, эффект бесконечного зеркала. Когда зеркало в зеркале, зеркало в зеркале, и так все это удлиняется. Да, это шахта вроде лифта. Шахта лифта? Слышал? Что это было? Я когда зашел, тоже слышу какой-то топот. Слушай, если бы ты, короче, надольше приехал, я бы тебя сводил в бомбарню. Ого. Кость. Но я уже давно ее тут видел. Да. Еще с того раза лежит. Короче, больницу уже сносят в течение месяца. И на ее снос выделили 200 миллионов рублей. Вы представляете? 200 миллионов. И вот тут такое маленькое окошко прям, которое нам дает понять, что дальше мы, если зайдем, то сюда мы уже не выйдем. Потому что сейчас мы направимся на один ярус ниже и будем уже путешествовать по самым низким ярусам Ховенской заброшенной больницы. Кстати, Рэй куда-то ушел. А, Рэй, ты тут? Кто ходил? Наверное, там затоплено. Мы, короче, подошли, и как мы понимаем, что вот эта вот вода, там, наверное, по колено, это сам подвал и есть нижний ярус. Пойдем вниз, подберемся, посмотрим. Может, вот тут как-то? Вон, да, вот тут. Ребят, мы сейчас ходили и, короче, обнаружили вот это. Посмотри на это. Смотри, просто шкура собачья. Собачья, реально собачья шкура. Может, здесь еще что-то? Может, есть? Мы тут труп найдем? Я думаю, что мы сейчас уже будем закругляться и да, выходить отсюда. Как я уже повторялся, сюда не получилось прийти ночью, потому что я во времени ограничен. Но я вам обещал показать заброшку, и будет несколько, ребята. Поэтому, пожалуйста, нет. Ребят, давайте так. Если под этим видосом наберется 1000 лайков или больше, то мы встретимся с Рэем и обязательно проведем тут ночь. Так что обязательно делитесь этим видео со своими друзьями, потому что осталось очень мало времени до того, как снесут ХЗБ. И просто реально хочется тут побывать ночью и посмотреть вообще, что тут будет происходить. Уже начинает темнеть, как вы видите. И думаю, мы уже будем направляться к выходу. Культовое место вообще само по себе. Только история тут. А все, что осталось, это просто стены. Пустые стены. Все разрушено, все в мусоре. Короче, очень жалко. Ладно, будем уже направляться к выходу. Так что встретимся у выхода. Ребят, мы уже подошли к КПП и хотим тупо в наглую попробовать шмыгнуть через забор. Вон тут вот. Вон позади нас уже Ховринская заброшенная больница. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Мы сейчас будем уже отсюда текать. Обязательно ставьте лайк этому видео, пишите свои комментарии и делитесь этим видосом с друзьями. С вами был Инферниус. И Рэй. Всем спасибо, всем пока. А мы текаем. Я включу превьюшечку на фото. Опа. Блять, я на видео сниму. Погнали. Всем пока.